Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну, снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». И мы с вами собираемся на рыбалку. Погода у нас сегодня не очень. Снежок сыпет. И так будет где-то, по-моему, до 4, что ли, до 5 часов вечера. Сегодня еду с Саней. Саня едет на буране, я еду в нарте. Едем не близко и едем на день. Посмотрим, получится у нас порыбачить, не получится. Но главное доехать. Если доедем, значит будет рыбалка. Тундровый воробей. Нара, зачем ты его гоняешь? Он кушать хочет. Иди домой. Иди сюда. Саня, бур брать нет. Бур брать. Иди на место. Уйди. Что, у тебя там есть на чем ехать? Переборки. На что прыгнуть? Да. Я вот эту уберу. Вот эту палатку. Это палатка, да, у тебя? Да, да. И можно будет на тряпку сесть потихонечку. Я ништяк, я шубу там еще брошу. Я шубу возьму еще. Но, и будет нормально. Ё-моё. Сорвалась. И глаз берет, не стесняется. Да. Да ё. Но все равно виловато почему-то берет. Ты смотри, чтобы это не перебор был по ширине-то. С чем? Ну, лунки. А? Лунки. Имеешь в виду это по расстоянию? Ну да. Ну вот такое, наверное, нормально будет. Да? О! Понял. Сейчас это просверлюсь, палатку поставим. Я еще там попробую окунишку маленькой. Вот что-то, ага. Вот. Хорошая. Качественно. Лунка-то худенькая. Но. Глаз опять взяла. А
тебя где черви находятся? Здесь. У себя? Ага. Ладно, сейчас гляну. Да, отвыкли от меня от этих мотоборов. Я вчера три лунки пробурил. Но тунгуски вода везде. Да? Андрюха мотал, что на Сиговом. Все, говорит, это залило. Начинает вскрываться его ручей. Бурить стал, видать, шугнулось нам. Может быть. Сейчас уже добурю. Ну что, давай. Сейчас ее вытяну, чтоб не сперли. Что, да я поставлю сейчас? Поставишь, да? Ну, конечно. Саня пошумел, перестало маленько клевать. Но подойдет 100%. Главное, нашли где. Там присел окунька ловить. Она идет. Окунь. Окунь. Блин, нафиг, куда ты мне путаешь-то все? Позапутал к черту. Ладно, попробуем так. Чего? Не клюют больше? А? Чего не клюют больше? Ага. Чего усаживаемся? Да. Там это. Ага, взять удочку сразу. Харюзовую. Маска твоя отошла. А? Маска отошла. Да? Спрятать бы ее. Чтоб не замело нахуй. Запутали нафиг все эти два крючка эти между собой. Одним все равно практичнее как-то рыбачить. Да.
Меня тут раз тоже пока перебуривался, унесло палатку нафиг. Потом закопал ее по-нормальному. Ну вот тут лунки еще три. Возле всех там кровь. Ага. Блин. Сорвалась. У самого дна, да, берет? Ага, сейчас здесь, да. Там подъязок высоко убрал. Да ё-моё, что такое-то? Отцепляются нафиг. На червяка попробую, не червяка, просто объели. Может там из-за этого и перестало клевать. Там чуть-чуть еле-еле кусочек. Дай-ка червячка-то. Угу. Их, наверное, так уже можно поставить. Один черт всех с корнем. Да. А ты что, банку дырял, думал, они это, не живут так? Они у меня так с закрытой банкой, с непросверленной жили. Да? Конечно. Фиг его знает, я всегда видишь, делаю дырки. Мы вот в сухой земле держим. Они не размножаются, ничего, потому что начинают размножаться, их много, у этих мелочевки вот это становится. Ну, повыше берет. Чуть-чуточку выше. Ага. О, хороша. Качественно. Душа. Вяленка. Да, таких можно. Ну. Даже нужно. Сейчас позамажем тебе палатку тут. Ну, а что сделаешь? Сильно много будет, мешок поставим. Я тут раз солнышко сидел, это грело хорошо палатку. С открытой дверью сидел, сразу кидал их на улицу. Вчера-то мы, блин, просидели. Мы долго, слушай, просидели. Ни одной сорожки не высидели. Так, ну, а сколько ушли? Мы ушли, с дома вышли мы в 5. Домой мы пошли к 9 где-то. Это было на тачке взять, а рыбу попробовать. А что-то там народ уезжал, они на Енисей далеко уезжали, сидели, контачили. А-а-а. Ну, какой хрен это, солнце уже уходить начало, холодно стало. Ну да. У меня, наверное, на большую нифига не хотит. У тебя сильно большая она? Да. Руки хорошие. Глаз хапает. Сдулся уже, правда. Ну-ка, сейчас я тебе покажу. Да по идее должно быть. Ну что-то окон на нее лучше берет. Вот такая. Угу. Большая. Крупноватая, ага. Все равно маленько выкаблучивается. Ну. Сейчас еще попробуем. Сюда еще раз схожу. Попробую. Окуня? Окуня, да. А мы вчера пузырек с собой брали. Ну, правильно. Потихонечку. Для сугревчика, чик-чик. Да. Ох ты, ё-моё. Не ликвид. Там интересно, почему на большом озере не клюет сорога. А там что клевало? Окунь. Хороший? Да, вот такой же, средненький такой. Прям посередине озера. У ручья попробовал, нифига. Mm. Раньше там садились, момчик херачил. Mm. Вот уже давно момчика нету. Не приходит. Может, воды не хватает? Да хрен его знает, он тоже откуда-то, видать, подтягивается.
хорошенькая. Шикарная прям. Эти два крючка меня, блин, прям бесят. Путается все. Уже все запуталось. Ладно, схожу-ка я еще раз туда. Я буду потом мормышку менять еще раз. По-моему, тоже скоро перевязываться буду. Меня вообще это не устраивает. Узлы эти все поперли. Бантики уже понавязались. Привет, плотвичка. Оттянемся сегодня, наверное. Что-то у меня там поперло. Да ты чё? Кто? Короче, она сорога, потом окунь. И это, сука, слупляют быстро червяка. Червяка, да. Червяка махом стачивают. Они у меня тоже уже разорвали все. Если что, я этого заберу. Ага. Возьмешь в баночке. Да, палатка интереснее. А? Лапки поинтереснее. Но уже все равно на улице получше стало. Ну да. Ободняло. Что-то как обрезало. Народу много ездит, пристой выщелкивают. Вчера кто-то был тут, позавчера. Укатано все. Окунишка. На свежего червячка сразу схватил. Напрочь все запуталось. Крупнее мормышку поставил. Хрен чего.
На высоте прям. Где-то полметра больше, наверное. Ну, не крупная. Саня что-то там затих. Не вижу его. Палатка загораживает. Помолчит. Ты черт. Совсем высоко берет. Оп. Вот такой среднячок. Плотвичка. Открой ротик. Ах, ё-моё, мормышка сломалась. Моя удачная красненькая мормышка развалилась нафиг. Распаялась. Ладно, что, будем ремонтить. Давай, давай. Оп, под язык. Растрепал мне всего червя. Скоро будем рыбачить только на глаз. Червяки кончаются. Самый главный процесс. И он идет. Ну, очень высоко берет. Уже тут на метр поднял. О, вот она. Плотвичка. Саня там больше паук у него угорает. Хоть не крупный, но, говорит, мне интересней. Мне эту интереснее ловить. Да чтоб ты. Вяло, очень вяло берет. Перекусили маленько. Обмыли это дело. За встречу, за поездку. Ну и за улов. Улов сопротивляется маленько. Ищем подходы. Ну и что у тебя? Там
там что-то вообще глушняк. Ну тоже что-то вяло совсем. Вроде тринькой, то хрен не берет нифига. И вон, видал, вот такая не крупная. Ну хоть такая. Там и такой нет. Тоже что ли лунка, ну что-то маленькие у них лунки совсем. Ага. И подъязки, да, что-то смотри, сорога. Ну один, но попал. Попробую сзади тебя сесть. А я сейчас туда пойду попробую, там. Там пробурил две. Может там что будет.